Вообще просто. Не вертись, пожалуйста, ладно, не вижу ничего впереди. Покажи, как он заработает. Чем он стриптизер спереди на заводке? Кто заплатил? Финецкий машинист. Взорвемся и перелетим горящий через красный. Нормально. Кто выпрыгивает, когда я скажу, не надо прыгать заранее. То я не сторможу, и вас лодка убьет, и космос улетит. Вышли, вышли. Меня подранило все-таки лодкой. Полечитесь в машине. Так, я трубу забрал. Сел. Все, что там был последний? Да, все, все. Ага, я руки. А, руки уже все. Я взял два по 3 пакета. Жалко, медикамента. Не хватает. Давайте пешком до конца маршрута, мало ли они через долину поедут. И все, ко мне на место. Шайтан, дальше. Шайтан, ты себя плохо чувствуешь, да? Ну, у меня стаминка улетает, да. Оставайся пока здесь, смотри в сторону долины, мало ли машина пойдет по дороге. Принял. То ли 2, то ли 3, хорошо. А что у тебя за оружие, Шайтан? М-ка, глушеная. А, ладно, я просто думал, у тебя пулемет, может, думал тебе пулеметом обменяться, чтобы тебе легче было. Смотрите, враг уже может прямо здесь сейчас всей стороной проходить мимо. Аккуратно. А, мы сейчас сразу стреляем или пропускаем? Да конечно, хуярь. Видишь, убивай. Дал метки. Шайтан, двигай к нам, в нашу сторону, мы тебя ждем. Принял. Скорее всего. Эти. Вообще, скорее всего, эти. Подождем. Сейчас, Шайтан, подождем, мы будем двигать. Мы близко, можно машину забрать, объехать. Хромые за машину. Ну. Пешком. Пускай Шайтан машину возьмет. Шайтан, иди за машиной. Езжай.
проезжая по дороге, мы пока пешком пойдем. Если, если будет нам необходимо, мы, ты нас туда подберешь и мы поедем. А где она была? На границе красной, да? По розовому маршруту где-то. Вот иди. И, мне кажется, где-то вот здесь она была. Да, я тоже так. Ну, если сдохнем, я пойду хоть рубашку поглажу перед работой. Проедем, поедем через Новый, Старый, потом Рогово, Погорёвка, Дрожжино можно проехать, Козловка, и высадимся в лесу. Думаю, нормально, мы быстро проедем. Кстати, уже вот светлеет. Сейчас уже видно. Садимся, друзья. Тараканы, на машинку. Мы даже пешком. Что-то мы рановато, мне кажется, высадились. Они уже там по триггерам все. Надо миномет чекнуть. Че, чуть харда не слышишь? Я здесь. А, окей. Перестраховался, мало ли сейчас нас убьют. Что-то ДВ сдохло. Что-то ДВ что сделали? Четвертое, да. Надо по одному стрелять, надо всех разом убить и все. Не в обиду будет сказано, а желательно... Стреляет, по-моему. Стреляет, стреляет. 120. Чё? Стреляет. Миномет. А, ДВ-5. Там тачка с фарами посреди поля, да? Две машины тачки, да. Второй бежит в машину.
Да неужели они стреляли миномет? Да нет. Чел врезается в машину. Уезжает. Нет, не уезжает, вылез. Короче, от ближайшей машины Пех убежал направо в лес. Как вот вы бежите. Деким, пошли за юго-восточный. Я тоже хочу за дальний, да, так, с ближним пусть работает. У первого миномета остался один Пех. За второй машиной там в районе каменного забора еще Пех бегает, стоит. Пока только одного вижу. Я паркилась, что я стамину установлю? Вот так вот, по-моему, точной метке, если не наебался. Наступил на одного, убил в упоре на актуальный. Тыл смотрел. Блядь, ты приянешься? Их пятеро, блядь, шестеро, восьмеро, ёпта. А там у машинах дохуя! Понял. Ебаш. Только что два выстрела было. Слышал? Шака. Бля, это очень надо лес занять это. У черепа с СПНом контакт. Это Демитка череп. Вижу. На тебя точно. Одного ранил. Череп, я подойду к черепу, окей? Говорит Герн. Ну, у машины в упор стоит. Правило одного подмашина. Так что вы будете? У меня движение. Череп, ты отходишь, нет? Феникс заводит? Да. Иду. Блядь, череп. Однотонный машины живой, однотонный феникс. По полю бегут, по ущелью, ставлю метку. Да, они работают. Они видят нас по полю, кто-то бежит. На поле бегу. По полю наш катится. Вот, ставлю метку. За машиной. Есть ты? Враг за машиной. Так, один Деким убил, убил его, Деким хороший. Убил? Да. Я ухожу. Сейчас стреляют наш жив. Его добить надо. Снял командир. Может. Добей, я ухожу лечить. Я не вижу его. Ну, в лесочке. Харкил, ты в поле да. Сейчас? Да, мы в поле с Харкил. Он меня почти не ранил. Дымак бегает. Кто катался по полю? Враг. Они видят кого-то, кто катится по полю. Иду на дома. Пускай минометчики будут нагадать, потому что... Недобитый катался. Кто побежит по полю справа за машиной, был живой. Харт? Не по мне. Я иду к тому, кто стреляет. Харт, я тоже туда иду. Подожди-ка. Ты добил его, да? Да, вроде как. Давайте все его два. Переходим на короткую вторую. Короткая вторая. Все, они сдвиг сделали. Артю, перед тобой зеленка. Куда идешь? И большой куст. Туда раненый Пех закатывался. Чуть убил одного. Кто закатился, убил тоже с ДВ. Все, красавчик. Нашел тебя. Хардкилл на юге, враг. Проходим дальше, Деким. Так, один передо мной и 20 метров в елке. Моя актуальная метка точная. Кто где-то возьму? Харт. Я только что видел. Ты? Я. Ты две смотришь? Нет. Хард живой. Хороший, живой, нормально. Все они, короче, как немцы выглядят. Они и есть немцы. Поехали. Карт, вот в этих кустах был враг. По мне. Я левее отойду. Мы пока что не можем вам помочь, у нас в упоре сами.
А может расстрелять миномет и отойти, пока потерь нету? Штаб, это миномет Сварог, у меня второй номер погиб, у него была пятишка с ДВ, с допом, меняйте ДВ. Только что его сдали, видите? А, 7 ДВ-4. Роня, живы? ДВ-4, ДВ-4. Меня, может, не слышите, за горы запроси. Ронь. Штаб, на месте Бордос, Найтнастик и Саштрик. Шайтан, сэр. Софи. Актуально. По-моему, ДВ-4, да, было? ДВ-4. Нет, это ДВ-4. Я бы тоже, если честно, ушел. Есть возможность минометы разъебать у кого-то? Если только по полю туда подходить. Блять, хуёво. Возле машины типа снял, но он еще без сознания. Левой, правой машины? Я не знаю, я только одну вижу. Деким еще одного снял возле окопов, меня сейчас пушить будут скорее. Я смотрю, я сзади. Кто перевязывается из наших? Я восточный тебя. Если кто-то перевязывается, вас видят. Так, я к вам иду, ангел-хранитель уходит. Роня жив? Нет, так с хардом сняли. Где-то за машиной. Блять, я к Софи иду. За машиной в поле лезет тип. Я бы вышел, но я бегаю. У меня пулик. Фуман живой, хидден? Кто говорит? Кто говорит? У нас кого умер, мы воюем с вражеским минометом. Здесь у нас полтора человека. Полтора отделения было, не видите, принял. Сейчас штаб. Так, меточку актуальную. Софья бежит. Правильно. Блять, дыма типа откинул, второй без сознанки кинул, походу, из машины. Куда-то они улетели, да мы хер знает куда. А, тут еще получается какая-то машина, вот миномет 2, блять. Я вижу один миномет. Не, я не вижу дым. Гранаты чьи? Враг? По мне тут кидают КП, гранаты, я ранена. Софья, отходи назад по возможности. Не я могу. В лесу много. Меня зажали за камнем. Сейчас КП кину. Так, я подхожу. Софья, держись там. С аэродром попробую. Откуда он работает? Поле в зеленочке. Вот на гранате. Так. На гранате он. Еще туда одно отдаю. Он живой. Минометы у меня в поле видимости, но я ничего с ними сделать не могу. А залить их просто огнем нет? Ну, могу пострелять, они сломаются с этого. Да, они ломаются.
Хрен знает, магазин по нему дал, он модельку не изменил. Но они не стреляют больше минометы, да? Но они не могут к ним подойти, мы контролируем их. Сейчас посмотрю, вглубь леса, если не убьют. Так, вижу, они к Декиму поднимаются на гору, слышишь? Да, где Деким? Блять, я стер метку. 104-я, высота. Блять, ну я отсюда не смогу работать, мне лес мешает. Сколько их? Один видел с трубой. Засейвься, минометы, как бы. Не работают, это главное. Да-да. Живой? Шайтан живой. Да-да-да. Слышу. Так, я спускаюсь на берег, пойду по берегу. Не хочу в лес соваться. Все, я пошел на восток, Шайтан. Тут что, пехота ползает много? Где? У тачек. Я понял. Иду пиздиться. Пробую с юга подняться. Юго-западная метка моя, много. Твою мать, я здесь, блять. Они прям на кромке смотрят тачки. Ты убил его? Нет. Какого-то кошника подстрелил. Но это не те вообще, другие. Поднимаюсь. Там же ходит вдоль... Или ты ходишь на кромочке уже? Куе. Не вижу, только ноги чьи-то прошли. Нет, это не я, значит. Они, значит, там же, на моей актуальной синей. Южный? Да. Я уёбываю. Убил, да? Да-да-да, наверное. В упор на меня вышел через просеку, блядь. Гранате. Вроде убит. Здесь третья машина внизу стоит. На моей метке. Броневик, можно как бы в него сесть. Ходит там же. На кромочке еще один. У него труба есть? Не вижу, ноги прошли под елкой.
на машине. Точная южная метка. Ствол торчит из елки, вижу. Хоть бы у него не было трубы. Триста его кинул в этих елках. Это я еду, я еду. Пулемет по тебе. По мне тоже. Давай я тебя заберу и уедем нахрен. Давай я на актуале. Дымы прокидываю. Забегай. Ты жив? Да-да. Го. Пораним миномет. Я могу взорвать взрывпакетом, если закроешь меня от юга. Давай, закрыл от юга. Тридцать секунд. Давай, поехали, блядь! Сел, погнали. Вот это мух, блядь, я на юг, на берег. Чё, взорвали? 20 секунд. Они меня точно взорвали. Там танк где-то есть? Да, на маяке. А Panzer III Faust Tube — это труба или нет? Это труба, да. Ну типа расходник. А, ясно. Ну поехали, заедем в Чернобыль. У меня два взрывпакета есть, если что. Второй миномет уничтожен, да? Нет, у одного миномета мы взорвали взрывпакетом, первый миномет ХЗ. По нему постреляли, но по нам работали с пулеметов, мы на бронетехнике вражеской захваченной съебались. Прямо, а у вас трубы были вообще? Да, только там чувак умер. А где вы как поставить? Я убивал еще противника одного с трубой. С панцерфаустом. Забрать бы трубу, танк выйдет, было бы здорово. Можно вернуться, забрать, я знаю, где он. Там подснежники, там со всех сторон по нам работали сейчас, пока мы миномет минировали. Вот, метка труба, точная. Там лежит панцерфауст. Лавки, а что если мы просто на наглой морде заезжаем на метку труба, берем и уезжаем, танк срываем? Поехали, заедем. Только ты выскакивай. Ну я да. Мы поехали. Так, только ты говори, если ты умрешь, чтобы я сразу съебнул. Вышел, пробую смотреть. Убил. Он взорвался. Вот у него наша труба. Забирай, у тебя трубы в машине. Трубу отдай. И давай быстрее. Взял. Погнали. Дай метку на танк срочно. Поставил. Шайтан, направляй. Сейчас я трубы перезаряжаю. Нужно их перезарядить заранее будет. Давай сейчас отъедем опять так же в город и зарядишь. Капец, как сложно. Сейчас подсоединю. Все, заряжен. Готов.
поехали. Так скажи, что мы едем. По главной дороге прям поедем. Так, вы на чем едете? БТР с пулеметиком. Ты сел? Да. Пуч у нас. Пуч, да. Куда ему, кстати, шмалить-то этому танку? Да просто шмали в него. А посмотри, ты можешь высунуться и трубой шмальнуть из люка? Не, вообще оружия нету, просто смотреть могу. Блять, хуёво. Так, я тебя уже не слышу, мы поехали, короче. Блять, впереди машинка. Машинка, блять, хильная. Медики, походу, блять, стоят, прикинь. Можем подъехать поздороваться. Я думаю, мимо. Или давай мимо, ну. Прям перед нами стоят. Я к танку в упор подъезжаю, выскакивай и ебашь. В упор не надо, она все-таки сильно жахает. Проехали машинку, я не видел, есть там кто тут или нет. Справа, справа, на горе стоит, стой, 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 стой. Давай ближе, давай ближе. Я пошел. Я глушусь тоже за тобой. Тут два что-то стоит заведенных. Я налево побежал. Один прямо передо мной, вот куда смотрю. Прямо за горочкой. Один подальше. Да, я за левым бегу в дым. Это второй танк, это второй танк! Понял, понял. Там, я минирую. Давай, давай, давай. Не взрывай, пока не... Хорошо, хорошо. Он ездит, ты уверен, что хочешь минировать его? Ебашь, ебашь, блядь! Ведёшь, ну, что ведё, парни? Ебашь, ебашь! Ты минировал? Чё, взрывали, нет? Лавкин? Лавкин. Лавкина убило, походу. Чё, там взрывали, там, нет? Одному я выстрелил в задницу, второй заминировал, по-моему, Лавкин.
Не могу говорить. Все, давай. Ват уже. Нет. Я не знаю. Шайтан. Ну, ай, блядь. Тебя один дейровец уронил издалека, а второй взял трубу и не стал лечить, а просто стоял и смотрел. Он на тебя смотрел все это время, пока ты не откинулся, да. Он смотрел на тебя, прикинь. И он тебя не поднял. И он тебя не поднял. Подожди, это союзники? Да, да, это союзники. А, это союзники. Тебя подстрелил союзник, и он все время смотрел на тебя, пока сидел с трубой. А вы то есть до он сих видел пор твой, на трупе Шайтана? Он видел твой никнейм, и он ничего не делал. А если он говорит, Огрис живой. Я думаю, да? Блин, противники подошли, сейчас будут допрашивать, наверное. И какого хера он вообще даже не поднял? По-моему, судьбой отомстил. Да. Шайтан, начинай пилить видос. Да. Мои визги немножко приглуши. Ну, 11 это красиво. Соседи просто, наверное, охуели от моих визгов. Шайтан, не стреляй! Что-то такого было. Слушайте, а скажите, а вы когда поехали, вы за трубой чисто ехали? Да. И приехали к челу, короче. Я говорю, давай на наглой морде вернемся за трубой, типа возвращаемся, там тип с трубой нас ждет, блядь. Вы четко к нему подъехали, вышел, бил и ушел. То есть чел нашел ее, принес нам, понимаешь? Взрыв такой, бух! Да,